ссора, драка и полное непонимание друг друга. Все это совсем недавно случилось между Марией Краймбрери и Димой Биланом. Что он меня избил, это, как бы, знаете, Дима Билан абьюзер. Отменяйте меня. Вот такие страсти будут происходить в новом клипе «Ты не моя пара». Но ради давней мечты Мари готова терпеть любого Диму. Я вообще, когда мне предложил дуэт Дима, вспоминала картинку из своей жизни, как я сидела у себя в комнате в родном городе и просто слушала песни Димы Билана. И даже представить себе в принципе в своей жизни не могла, что когда такое произойдет. Однако произошло, и вот почему. Мне нравится ее вайб, мне нравится ее отношение, мне нравится ее смех, мне нравится... Мне все это напоминает какое-то мое, да, абсолютно в хорошем смысле какая-то такая, знаете, свойскость, что ли. Настолько Мари и Дима легко и быстро сработались, что Билан ради этого дуэта даже запел по-новому. Мне так неловко как бы втиснуться, и он говорит: «Марин, как тебе?» И я такая скромненько подхожу: «Дим, слушай, мне кажется, вот здесь можно так попробовать». Он такой: «А, окей, давай попробуем». Я думаю: «Ого!» А смотришь, выражение? Я тумбочка, двигай меня куда хочешь. Да. Эксперименты продолжались и на съемках клипа. Прямо сейчас мы снимаем новостной сюжет для вас, а также принимаем непосредственно участие в съемках клипа Мари Краймбрери и Дима Билана. Камера снимает не только ребят, но и нас. Хорошо ли отыграла наша съемочная группа? И получилось ли договориться у Марии Краймбрери и Димы Билана, увидим совсем скоро в эфире телеканала РУ-ТВ.